Турнир посвящен памяти прославленного спортсмена в истории российского футбола. Валентин Бубукин стал победителем чемпионата Европы 1960 года. Соревнования его имени проводятся в Сочи уже в 9-й раз и с каждым годом пользуются все большей популярностью. В этом году на полях Дагомыса встретились больше сотни команд. Около 3000 футболистов в возрасте от 7 до 16 лет приехали из разных регионов России, Абхазии, Белоруссии и Узбекистана. Наш город представляют 28 команд. Из года в год прогресс налицо сочинских команд. Наши местные ребята прогрессируют, борются за победу в нашем турнире. В этом сезоне этого турнира также наши команды, мы надеемся, что будут в призах. Нам очень хочется, чтобы мы смогли воспитать такое же молодое поколение, которое в будущем также будет ковать победы для нашей страны, для нашей сборной. Первый этап турнира стартовал 26 марта. Сегодня третий игровой день, который определит, кто из команд сможет побороться за призовые места. С каждым годом, отмечают и тренеры, и организаторы турнира, уровень игры спортсменов растет даже такого младшего возраста. В числе фаворитов и команда «Ирбис» из Сочи. Итог их сегодняшней встречи с юными футболистами «Сухума» 3-1. До этого «Сухум» играл две игры, как бы с Оренбургом и с Волгоградом. Ну, я лично сам смотрел игры, ну, ничего особенного из себя не представляли. Но, честно говоря, нам сегодня они дали сильный бой, и нам было очень тяжело. Во втором тайме как бы назначили пенальти в наши ворота. Ну, забей пенальти, все, мы бы уже, я думаю, что было бы тяжело отыграться. Ничья нам ничего не гарантирует, вот. Благо, у нас вратарь Захар отбил этот мяч, причем так четко. Мы очень как бы с ребятами поблагодарили его за это. То есть он вытащил команду. Сочинцам еще не раз предстоит одержать победу, чтобы выйти в финал. Второй этап турнира пройдет с 3 по 8 апреля. Сыграют футболисты постарше. Стать победителем желает каждая команда, ведь мемориал Бубукина – одна из возможностей выхода юных талантов в профессиональный футбол. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.